Добро пожаловать в налоговую. Ведомство приглашает всех владельцев квартир и домов к себе в гости. Зачем, выясняла Ольга Клюева. Письмо из налоговой в почтовом ящике – зрелище волнительное. Но в ведомстве тут же успокаивают – это всего лишь сверка документов по недвижимости. И не принудительная, а добровольная. Форма приглашения. Приглашение не предусматривает каких-то санкций. Мытари обещают, процедура не ударит по кошельку, а даже наоборот может избавить от лишних расходов. Нету здесь фискальной составляющей. Здесь идет процесс взаимопонимания с плательщиками. А если встреча с налоговиками по каким-то причинам не состоялась, а начислили слишком много, это можно оспорить. Такая процедура. Ему прислали налоговое уведомление о решении, начислили больше, чем он считает, он должен заплатить, потому что он продал эту недвижимость уже. Вот, он приходит с документами, показывает, что я продал, его не насчитали неправомерно, и орган налоговой службы должен пересчитать налогообязательство для него. Чтобы подобные ошибки предотвратить, эта владелица двух квартир пришла сверить данные. Вроде бы как какой-то налог платить. Поэтому я бы хотела, пришла узнать, на какой объект я могу попользоваться льготой, какой нет, какие условия, сколько мне платить. Правда, уверение в том, что сверка проводится исключительно в интересах налогоплательщиков, убедительны не для всех. Там налогу чего туда идти, я знаю. Меня не приглашали, я не хочу. Пока письма счастья не получали. Лучше сходить, узнать все для себя, чем потом говорить, что я не знал, не мог. Тем более, если приглашает. Пока наплыва желающих сверить часы с налоговой не наблюдается. Хотя времени осталось совсем немного. Сверка заканчивается 31 декабря. Ольга Клюева, Руслан Мищенко, Валентин Белич. Подробности, телеканал Интер.